Привет, друзья! Очередная распаковка у окна. Недорогой смартфон пришел, но это новинка от нового бренда Kagabi. Он называется. Купил я в Гербесте, как только узнал, что он в наличии у них есть. Гербест помог доставкой DHL. Так, как это открывается? Kagabi он, когда первые новости появились о данном девайсе, очень сильно заинтересовало, потому что, ну, как часто очень любят делать на старте продаж, вернее, даже не на старте, а в рамках промо-компании, то есть там обещали очень хорошие характеристики, очень хорошие комплектующие. Так, вот наклейка от Гербеста, что здесь все проверено. В желтом цвете я заказал. Раскраска, вернее, цветовые решения очень разнообразные. Темно-синий, золотой, красный, серый, серебристый и Mint Green, это мятный, то есть зеленого цвета. Вот так вот выглядит упаковка. Так, зарядное устройство Евровилка здесь. И русский язык присутствует. Мультиязычная прошивка. Сейчас обзоров не очень много. Ребят, настораживает по поводу данного устройства только один момент. То, что промоушеном и продвижением данного продукта и даже, возможно, одним из соучредителей является компания VK World, которая основательно свою репутацию уже подмочила. Но говорят, что это самостоятельный бренд, просто они пока им помогают. Так, пленка в комплекте идет. Вот такой вот юзер-мануал на английском языке. Краткое описание основных функций девайса. Так, вот приятная вещь. Здесь, смотрите, есть вот такой вот силиконовый чехол сразу в комплекте, зарядное устройство. Я думаю, здесь, так как аккумулятор не очень емкий, 2200 заявлено, проверим, посмотрим. Зарядное устройство будет стандартное, да, 5 вольт, 1 ампер, 1000 миллиампер здесь написано, указано точнее. Так, и USB, микро-USB шнур черного цвета. Так, вот это вот все мы уберем сейчас. И вот так вот выглядит желтый смартфон. Конечно, хочется каких-то ярких красок, тем более сегодня у нас в городе очень дождливо. Так, убираем. Вот сюда вот убираем. Чехол сзади сразу напоминает, я не знаю, то ли Nokia, то ли Moto, вот эти вот новые смартфоны. Вот так все это дело выглядит сзади. Как вам вообще в желтом цвете? Обязательно оставляйте в комментариях, что вы думаете по поводу внешнего вида данного устройства. Пленочку снимаем транспортировочную. Под ней есть защитная пленка. Наклеена в принципе неплохо. Ох, как мне вот это нравится. Смотрите, динамик. Во-первых, он не утоплен. Во-вторых, он не черный, он серебристый. Есть фронтальная вспышка. Помимо того, что есть, естественно, камера фронтальная, без подсветки, клавиши назад, домой, меню. Крышка съемная. Здесь двухдиодная вспышка, по-моему. Глазок камеры. И вот это вот что такое, не знаю, наверное, что для симметрии сделали. А все-таки не лазерная же, наверное, автофокусировка. Динамик. Вот это не очень хорошее решение. То есть, если вы будете класть смартфон на ровную поверхность, вот так вот, то, естественно, будет динамик, наверное, перекрываться. Давайте откроем, посмотрим. Вот здесь вот выемка. Что да как. Ну, для начала немножко люфтят. Клавиши включения, питания. Непонятно, по-моему, металлическое. И регулировки громкости. Видите, они не спаренные. Они вот... Ну, кстати, что-то как-то они неровно. Вы знаете, вот они неровные. Так, может, просто плохо защелкнуто. Ну, сейчас откроем, посмотрим. Сверху очень близко находится разъем под 3,5-миллиметровую гарнитуру. Проводную гарнитуру, точнее, и под микро-USB. Снизу только микрофон. Отверстие под микрофон. Так, откроем крышку и посмотрим вообще вот эти вот клавиши. Да, они вот здесь вот расположены. И вот так вот они выглядят. Да, просто крышку надо плотнее закрывать. То есть, вот так все это выглядит. Что под крышкой? Под крышкой, ну, смартфон довольно тяжелый, потому что вот эта вот часть, это похоже на металл все-таки, но не знаю. Сейчас непонятно. Непонятно, научились так делать. Так, микросим, микросим, карта памяти формата microSD. И вот так вот все это выглядит. Один динамик.
съемный аккумулятор. Ну, как, не сказал бы, что очень тяжелый, но не сказал бы, что очень-очень легкий. Сейчас мы его, давайте взвесим. Прежде удалим вот эту вот штуку и немножко почистим контакты. Вес аккумулятора 38 грамм. И для заявленной емкости, мне кажется, это маловато. Вес смартфона с аккумулятором 163 грамма. И не сказать, что это очень легкий смартфон. Вот так вот смартфон выглядит в комплектном силиконовом чехле. Ну, довольно неплохо смотрится. И на первое время, не знаю, появятся ли какие-то другие чехлы, аксессуары на данное устройство. В принципе, я так понимаю, у компании очень много планов. Не знаю, я ни с кем из компаний не знаком. Но, надеюсь, будет интересный игрок на рынке. Чем больше смартфонов недорогих, тем лучше. Почему нет? Так, лаунчер они купили, по-моему, у компании Дуги. Вот эти вот все иконки, да, вплоть до обои. Все напоминает нам смартфоны от Дуги. Так, по тачу. Тач вроде довольно отзывчивый. Убираем вот эту вот штуку. Обязательно надо поставить галочку, чтобы больше не напоминало. Вот эта вот смарт-кнопка здесь есть. Здесь, наверное, полностью все ПО закупили просто у Дуги. Видимо, вот такая вот ситуация. Переключим на русский язык. Естественно, ребят, прошивка полностью мультиязычная. Вот видите, пак предустановленных языков. И казахский язык тоже, кстати, присутствует. Далее смотрим, что у нас здесь в шторке. Яркость на максимум. По яркости вроде все нормально. Очень яркие два светодиода, очень ярких. Глаза слепят. Так, смотрите, здесь ночной режим есть. Вот такой вот. Забавно, я, по-моему, нигде не видел такое. Ну, по крайней мере, вот в последних устройствах. И вот так вот выглядит шторка. В принципе, по-моему, здесь все, что необходимо, здесь имеется. Дальше, по настройкам. Экран не ОГС, воздушный, ну, естественно, 39,99 на старте продаж. И по специальной цене в ряде магазинов на AliExpress продавался это смартфон. Сейчас цена подросла. То есть, загрузка в режиме турбо присутствует. Экран MiraVision имеется, адаптивная регулировка имеется. Это говорит о том, что есть light sensor здесь. Далее смотрим звуки. Послушаем, как у нас здесь рингтон работает. Довольно громкий динамик, вы знаете, то есть входящий вызов однозначно вы не пропустите. Что еще у нас есть? Хранилище USB накопителей. 8 гигабайт встроенной памяти. Чуть больше 7 доступно из коробки. По оперативной 1 гигабайт оперативной памяти. Как видите, 350 мегабайт свободно из коробки. То есть, ну, это абсолютно бюджетное плавающее меню. Вот эта вот кнопка, ее включаешь, выключаешь таким образом. И здесь вот это вот уже все нам знакомо. Очень много таких фишечек. Не знаю, кто этим пользуется, меня это раздражает. Но во многих обзорах я об этом уже рассказывал более подробно. Волшебные касания, то есть это вот как у Хомптона было. Это если включить, то при прикосновении к экрану, видите, там сердечки, пузырики. Ну, я не знаю вообще, кому это нужно. Но если кому-то нужно, радуйтесь, это есть. Так, скрин рекордер здесь есть, то есть запись с экрана. Имеется и быстрое включение фонарика, то есть нужно удерживать кнопку «Домой» для того, чтобы быстро включить фонарик. Ну, удобно в ночное время, я думаю. Извиняюсь, кстати, за голос, не до конца еще выздоровел. Так, что еще здесь из интересного? Спецвозможности смотрим. Так, спецвозможностей ничего интересного нет. Умное пробуждение. Да, вот здесь разблокировка экрана имеется двойным тапом и жестом, вот таким свайпом вверх, видите, можно разблокировать экран. Опять же, на не очень дорогих смартфонах не рекомендую пользоваться такими вещами, потому что в кармане будет разблокироваться. Смотрим, что у нас здесь есть из коробки. Вот такая вот текущая версия прошивки на данный момент. То есть, вот мне пришла.
M8 One V907. Вот, текущая версия. Сейчас подключим Wi-Fi, ребят, и проверим наличие обновлений по модели. Чипсет самый привычный бюджетный чипсет MT6580 с индексом A, модель One, версия Android 6.0, будет ли семерка, неизвестно. И вот такие вот дела. 1 гигабайт оперативный, 8 встроенный, 2200 мАч аккумулятор. А все остальное сейчас посмотрим. Кому интересно, смотрим пак предустановленных приложений. То есть здесь и Google сервисы, и Play Market присутствуют, естественно, какие-то предустановленные ярлычки. Но я думаю, если нажать, сейчас предложат установить из Play Market это дело. Нет, уже загружено приложение непосредственно. Вот так вот. То есть Google сервисы уже имеются. Сейчас мы все это проверим. Строчку просто так не уберешь. Давайте глянем камеру. Потому что обещали там что-то с камерой. Ну, мы сейчас проверим. Так, сразу видно, что автофокус есть, но он как-то некорректно срабатывает. Фокусировки как таковой нормальной, смотрите, не происходит. То есть здесь нужно будет, я думаю, поковыряться вообще. Так, вот так вот выглядит. Что-то как-то, в общем, странно. Может быть, что-то в настройках. Так, глянем настройки. Он там все, он все там что-то ловит. Так, 8 мегапикселей, а если во весь экран, то 6 мегапикселей получается. Там автофокус непрерывно просто работает. Так, качество видео здесь высокое, то есть, видимо, HD только. Все это уже в подробном полном обзоре, если понадобится, сделаем. Так, вот так вот. Что-то он постоянно так, здесь, ребят, фокусирует. Немножко погонял смартфон. Вот видите, здесь проблема с фокусировкой явная. Я не знаю, это проблема моего смартфона, моего экземпляра. Или это будет массовая проблема из первых партий, пока не пофиксит. То есть VK World передает пламенный привет своим бывшим владельцам и почитателям. Давайте посмотрим, как эта штука записывает видео. Итак, фокусировка автоматическая, естественно, отсутствует. Есть по тапу, но она, вот вы видите, как работает. Мне кажется, какая-то программная проблема здесь есть. Слушайте, как смартфон записывает видео. И смотрите, какая сегодня у нас погода. Вот дождь льет. Вот я пытаюсь сфокусироваться, тапаю. Видите, наверное, что изображение скачет. Никакой фокусировки, вот макро, нет. Вот таким вот образом сейчас вот ПО работает на данном аппарате. Видео записывается в формате HD, сохраняется 3GP. Как я уже говорил, если не говорил, то скажу, индикатора событий нет, но есть фронтальная вспышка. С помощью стороннего софта ее можно настроить как индикатор событий. На всякий случай ссылки оставлю под данным видео на эту программу. GPS запустился довольно шустро. Сначала по всем источникам, как видите, с включенным Wi-Fi 11. Нашел, к 4 приконнектился. Ну, погода вы сами видели какая. И на другом тестере в режим в полета, видите, включен в полете. И, естественно, GLONASS этот чипсет не поддерживает. 6 нашел, к 6 же приконнектился. Точность позиционирования 3 метра. Вполне нормальный для данного чипсета результат. Данные из инженерного меню по поводу поддерживаемых частот. 4G данный чипсет не поддерживает, только 3G 850-900 частоту WCDMA смартфон не поддерживает. Сенсор не самый, конечно, лучший. На мультитач лишь на 2 касания, но в принципе отрабатывает неплохо. То есть не слипается. Можно, в принципе, запустить и глянуть, чтобы вы посмотрели, как все это дело выглядит. Итак, запускаем и смотрим. То есть вот третьего касания, видите, нет. И вот в такой плоскости. То есть вот вы видите, да, не слипаются. В принципе, тач неплохой, бюджетный, но неплохой. И смотрим на ситуацию, есть ли битые пиксели. Я уж посмотрел. Нет, с битыми пикселями здесь все нормально. В принципе, экран очень бюджетненький. Вот такие вот результаты в AnTuTu Benchmark после первого запуска. Не очень высокие показатели. Вот данные по системе, которые я уже ранее озвучивал. Mali 400MP. Так, графический процессор мы лучше, наверное, через AIDU 64 посмотрим.
что здесь по графическому процессору нам покажут. Два ядра, это неплохо. Видите, здесь Mali 400MP2 определяет AIDA 64. Я как-то ей, этому приложению чуть больше доверяю. HD экран. И вот такие вот данные по архитектуре ядра. 1300 МГц, максимальная частота. Но этот нам процессор очень хорошо, я думаю, знаком. Он четырехъядерный. И здесь набор инструкций 32-битный. То есть само ПО 32-битное. Специалисты по сенсорам, по датчикам камер. Вот какие сенсоры Device Info. Программа указывает, что вот есть вот такие вот сенсоры. Не знаю, ребят, камеру здесь затестить нормально не получается из-за проблем с фокусировкой. Еще одна странная ситуация. Вы видели, что есть адаптивная регулировка яркости, но нету лайт-сенсора здесь. Нет, то есть никакой адаптивной регулировки нет. То есть они поприкрутили от какого-то другого смартфона, от дуги вот взяли и прикрутили вот к этому смартфону. Возможно, это проблема только первых партий, но вряд ли сенсор сюда установят в дальнейшем. По поводу датчика приближения, он как-то очень странно работает. У меня складывается впечатление. Ну вот видите, я не касаюсь, в принципе работает, что все-таки он есть, но не очень чувствительный. По крайней мере, хорошо, что Promixity сенсор здесь есть, и во время телефонных разговоров экран будет гаснуть. Но в подробном обзоре я об этом, как говорится, расскажу более детально. Кстати, фронтальная вспышка, она довольно яркая. И вот здесь вообще нет автофокуса, и, естественно, и проблем с ним нет. В общем, несмотря на вот такой вот презентабельный внешний вид основной камеры, и наличие двухдиодной вспышки, здесь, в общем, с камерой нужно разбираться. В полном обзоре об этом расскажу. Вот такие вот у нас новиночки выходят от малоизвестных брендов. Не знаю, ребят, надеюсь, они ПО подтянут. По поводу лаунчера, кому не нравится вот такой вот лаунчер, абсолютно дуги стайл такой, можно поставить, скачать любой из Play Market, это, в общем, не проблема. Не знаю, в полном обзоре расскажу поподробнее об этом смартфоне. Свои впечатления о нем обязательно оставляйте в комментариях. Как вам вообще этот девайс? Абсолютный бюджетник, но за такие деньги, не знаю, вот сейчас более интересное предложение, тот же Gritel A7. Ссылку тоже оставлю под видео, гляньте. Там просто полностью нафаршированный смартфон. За те же 39,99 можно приобрести. Или вот этот, который, ну, честно говоря, особого впечатления не произвел. Только вот эта вот ярко-желтая крышка мне понравилась. И в принципе, вот внешне неплохо выглядит для бюджетного смартфона. Интересно. Но здесь нужно разбираться. Проблема с камерой. Нужно разбираться. С другой стороны, что мы хотим от смартфона за $40. А вот что мы хотим от этого смартфона, обязательно пишите в комментариях. Вступайте в нашу группу, подписывайтесь на новое видео. Если будут какие-то купоны и все такое вот на вот это устройство, все будет под видео появляться. Всем удачи, пока, спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было полезным. Если что-то интересует, обязательно пишите в комментариях. В текстовом подробном обзоре, либо в видеообзоре на нашем канале я об этом расскажу.